Воздушные шары, подарки и сладкие угощения. В машиностроительном конструкторском бюро «Факел» с предстоящим учебным годом поздравили первоклассников. Такой праздник для будущих школьников на предприятии устраивают каждый год. Он уже стал доброй традицией. Профсоюзный комитет предприятия совместно с администрацией устраивает праздник для маленьких детишек нового поколения, сотрудников нашего завода. Ребятки, которые идут в первый класс, мы их поздравляем, дарим подарки, вручаем обязательно дипломы. Ну и хотим, во-первых, подружить их между собой, а во-вторых, показать, на каком замечательном заводе работают их родители. После вручения подарков и памятных грамот детей пригласили в актовый зал. Там их уже ждали аниматоры. Артисты подготовили для ребят веселую развлекательную программу.